друзья, вечерний Тайпей. Welcome to Taiwan! Wow, thank you! Дина, Дэниел, nice to meet you. Nice to meet you. Our marketer, they take SPG. Oh wow, amazing. Yeah, thank you so much. Not yet. Yeah, we're ready for fun. Gina, can you introduce what is this temple and what is this Ralph and I market? What's that? This is Ciyou Temple, and this is probably most of the important and very famous Mazu Temple. Mazu is the name of the goddess. And this temple was established in 1753, which means it's over 200 years. Amazing. Yeah. So maybe right now the sky is light, we can take some photo in front of the temple a little bit. Yes, that's it. Так, друзья, ну что, больше 200 лет этой красоте. Да, обалдеть. То есть сейчас у нас так. Еще раз, что мы сейчас будем делать? Rauch Night Market. Это традиция, ночные рынки. Тайваньцы прям с семьями приезжают, с детьми приезжают и такие, так, кэш, это только за наличку. Ты сейчас тоже получишь наличку. И они идут, подойди. И они идут покупать в пакетиках. И это прям, это так прикольно, потому что ты голодный. И это как будто такая приколюха ходить по каждому. Вот смотри, вот она собрала. Да, по чуть-чуть. А дайте мне вот эту там маленькую говядинку. А дайте мне какую-нибудь напиточек. Джина, what are we gonna try today? We want to try a very delicious paper pie. Delicious. Paper. The best paper delicious food. Paper pie. Paper pie. Where is that? Here. То есть мы будем с тобой кушать пирог из перца, если насколько я понял. Очередь куда? For the paper pie? Paper pie. Так что, друзья, ну, насколько я понимаю, мы пришли на рыночек всяких изысков, деликатесов, и это очень популярное местечко. Нам... Да, это раз... Да говори уже как есть. Нет, я не буду. Это пипец как вкусно, потому что тут все, это не ресторан, это вот настоящая стрит-фуд, еда, да? Да, они вот так вот делают, они делают это с любовью, вы почувствуете прям практически сердце тайваньцев, ну правда. Обалдеть, круто. Правда. А, скажи, пожалуйста, ну я так понимаю, это пирог из перца, да? Или нет? Или не совсем? Или я вообще не то понял? Астина. So it's like a pie from the paper? Inside it has the pork with the pepper and the green onions. Okay. Oh, that's so! Oh my god, my stomach knows what is that. It's so delicious. Хорошо. What is the most strange food here? You're gonna try later. Maybe chicken feet or Вот это вот. Да? Да. Куриная лапка? Да. Stinky tofu. What about snakes and stuff like that? Snake. No, we don't have snake. We don't have it. Okay. We're not Thailand. Taiwan is not Thailand. I'm just asking. I'm not sure. Okay. No spider. Unfortunately. Just bugs. Так, ну что, ждем все пирог. Посмотрите, какая тут тусня. Это прям как в фильмах. То есть то, что мы... Pork и green onion. Вот, начинку на твоих глазах сделаю. Так, ну получается просто свинину, зеленый лук, это все заворачивают, поливают соусом, и ты это ешь? Конечно, там секретный ингредиент. Однозначно. Да. Так, да. У меня все в секретиках. Конечно. Вот так быстро очередь прошла, да? Да. Ребята, ага. Мишлен. Серьезно? Обалдеть. Причем он получал 4 года подряд. Посмотрите. Как они готовятся, да? Мы как будто в Армении. Да, похоже. Надо пробовать. Pepper pie, right? Да, прям pepper pie. Ну хорошо. Потому что все едят. Так,
друзья, ну, по сути, да нет, все нормально. Пробую. Горячая, ничего себе, very hot. It's okay. It's hot. Yes. Ой, смотрите. Да, конечно, крутяк. Но это классика. Такое блюдо испортить невозможно. Да. Прям пар идет. Обалдеть. Это получается у нас что? А, кальмар. Кальмар? Кальмар. This is also one of the traditional street food in Taiwan, and this is fried squid. Ну, друзья, что? Да, жареный кальмар, самая, говорят, традиционная еда, одна из самых традиционных. Так, давай по чуть-чуть. Я буду складывать по чуть-чуть, чтобы все попробовать. И будем есть. Могу твой попробовать? Да, конечно, конечно, да. Я не хочу. Не, я буду дышать. Ага. Давай. Gina, did you see his backpack? Oh, already with the taxi. Yeah, true. Straight into my heart. Ну как? No spicy, no. Не острое. Ну, по сути, это и самса и есть, если так. Это самса? Да. Так, хорошо. Кальмар интересно попробовать. Круто, да? То есть это прям рынок-рынок. Он... Смотри, при тебе готовлю. Максимально полезно. Красота. Бедные кальмары, их не жалеют здесь. Если ты родился в Тайване кальмаром, ты обречен быть съеденным. Опа. Едрить. Так, друзья, это видео смотреть надо сытыми, иначе будет плохо себя чувствовать. Ну, пока горячо, да? Нет. Аня, пробуем прям с прилавка. Уже следующее? Да. Так, у нас кальмары, да? Давайте посаживаем на палочку. 1, 2, 3. Ну что? Не, ну кальмары, ну, это классика. Это очень хорошо. Кальмарчик прям... Угу. Отлично. Тут сразу какие-то ништячки. Кальмар бомба. А? Возьмите. Это взять? Да. Ага. Ну что, блин. Ой, тут какой-то запах. Ой, какой-то запах. Да, я сейчас помогу. Какие-то супер традиционные игры. Детские. Поиграть, да. Ну конечно, смеешься, давай. Давайте, челлендж. Анна и. Годится. И так. Тут колечки. Это. Полностью? Whole one? And what should we do? Circle the toy. If we circle it, then we will get the prize. How much toys we have to circle? How much? I don't know. We have to count.
Okay. Yes. So or then... you can circle. Okay. Okay. Так, друзья, нужно просто, получается, ведерко. Нужно ведерко, просто получается игрушечки закинуть, и все будет нормально. Ну-ка, давай, он уже снимает. Ну что, друзья, я что, зря в теннис играл 500 тысяч лет? Подожди. Ну, альбом. Мимо. Джина, 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 Джина. Джина. Да. А, ничего, почему-то если честно, ты мимо. Ничего, если честно, непонятно. Если даже ты попадаешь, то что, тебе дают ее? Ты, ты ее забираешь. Да ну, вряд ли. Новую. Давай. Дань, давай, 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 давай. Даня, Даня. Это кто был? Это был не я. Ланцида. No, 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 yeah. Все. Ну просто разорвали так. У нас еще есть, да? Давай. Ну я должен попасть. Ну, судя по всему, да. Найга. Окей, там я. Минимал. Джина! Джина! Ну-ка. Ну да, в этом есть. В этом есть. Дань. Даня, Даня. Победа! Я выкидал практически все ведро, чтобы эту машинку забрать. Джина, победителю вручается автомобиль! Наконец-то эта ламба годится. Да, друзья, ну я могу сказать то, что да, мы их разорили. X-Race Car. XPG Car. Она даже на пульте управления, ничего себе. RS. Вау, perfect. And I still got some. Аня, что ты получила? У меня тут много всего. Но мы вместе, мы работали в команде. Бэтмен. Давай, кадр. Ну-ка, засними. Бишоп. Машинку я уже выиграл. Большое спасибо. Осталось у меня еще немножко колечек. Соответственно, что мы должны сделать? Мы должны сделать вот так. Давай, давай, давай! Понравилось? Посмотрите, сколько девчонки навыигрывали. Отлично, годится. Все, мы довольны. Машинка супер. Машинку выиграли. Здесь, конечно, гастрономический рай. Азиатский. Что-то непонятное. О! Тоже кальмарки. В разных их формах. О! Традиционная сосиска. Я обидел. Ребят, посмотрите, как фоткаются девчонки с сосисками.
I'm not gonna say. Если честно, можно иногда вот так стоять? Так. Ну, вон, смотри. Забавные фотки. О, ничего себе. Да, тут плотность просто сумасшедшая. Размерчик. Тут какие-то напитки из манго, арбузов. А что это за фрукт такой? Элла! What is this? Что это? Это фрукт. Вот это. Да, это фрукт очень интересный. Он в сочетании с соком дает такое насыщенное волокно, чтобы вам еще вкуснее было. Но отдельно его не едят. А как он называется? Так, давайте фото, как все девочки, Даня. Так. Tradition сосиска, да? Сосыч. Это очень хорошо. Конечно, горячая сосиска. Я тебя насажу его. Ай. Ну давай, Даниэль. А как ее прям вот так насадить? Она сладкая, что ли? Она сладкая? Sweet? Ничего себе. Сладкую сосиску я еще не пробовал. Дай сфоткать. Давай сядь. Давай сядь. Medicine soup. Почему я так радуюсь? Так, какой-то китайский лечебный суп. Да. А в чем суть его? Что why? Он лечит? Why we need to try it? Why this soup is medicine? Грибы. Грибы едят. Done. Ага. О, как раз. Все, то есть тут можно будет купить даже ну, что-то. Здесь сейчас сумочка. Да, здесь очень дешево. На ночных рынках самое дешевое. Посмотри, платье надеть. Да. Ребяточки, yes or no? Выживайте. Что это такое? Или medicine soup. Medicine soup. Да, да. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это надо заснять. Ну, тут мясное какое-то. А вот и... Мы сейчас будем пробовать один из... Это не суп, это деликатес. Это называется куриная нога. Я когда приехала на Тайвань, мне сразу в рот ее засунули. Я говорю, я не хочу куриную ногу. Он говорит, Элла, вас не волнует, у вас же культура Тайваня, мы все едим куриные ноги. Почему нарисован будет? Потому что это яйца быка. Серьезно? Здесь есть яйца быка. Но мы едим куриную ногу. Подожди, а что вон то такое? Куриная нога и яйца быка. А вот это что такое? Вот это. Стомах. Живот кого? Быка. А желудок? А вот это? Ну, желудок, скорее всего. И что? Член бушанка. Let me check. Член, how to say? Это похоже на член быка. Шансы наши уменьшаются на здоровый ветер. Вот ту? Какой кошмар. Бубленные лапки. Да. Сейчас очень крутой контент. Вот этот желудок или нет? Нет, ты сейчас. Та-дам! Я снимаю. Я не знаю, чего вы радуетесь, но тогда хорошо. Давай, давай. Мои дорогие блогеры, вы будете это пробовать прямо сейчас. В твой рот. И в твой рот. Ну, пойдет не сосиска, но жирная большая нога. Она ходила по земле Тайваня. Она топтала. Так. Ой, ё. А, ты, да, я. О, thank you so much. You don't like it, right? I don't like it. So we have to like it. Yes. Because we're from different country. Итак, that's the logic. Даниил Герасимов. Ой, какой
Ой, ну нафиг. Я так, к сожалению, одна, блин. Придется есть. А, вот вторая, вот вторая. Давай. Ладно, давай, передавай. Можем фото сделать, как вы это... Так, это видео. Давайте отойдем вот сюда. Не, ну это выглядит отвратно. Выглядит ужасно. Это ужасно. Подожди, фото, фото, фото! Ну, можете показать ногу мне? Покажите ногу. 3, 2, 1. На меня. 3, 2, 1. Аня, можешь так сделать? Да. Yes, good. Ну все, снимаем. Я хочу обратить внимание, подожди. Хочу обратить внимание, мы пишем. То, что здесь, друзья, ногти. Это, ребят, нас... это просто... Это отвратно. Это реально отвратно. Если ты мне сегодняшнего дня хватило. А это просто не факт, что мы завтра... Выстрел в упор. Будем на Компотексе. Ну что, медиатур, спиджи, погнали. Давай, давайте, я уже готова быстрее. 2, 1. А его целиком надо съесть, да? Нет. Если абстрагироваться и не смотреть. Ты не думаешь, что это просто нога курицы? С ногтем. Темная прям. Почему? Ну, тут. Это старая была? Да, это старая была. Ненужная. А кто-то покупает по доброй воле? Да, это просто ужасно. Ну, давайте править глаза потом. Ужасного здесь исключительно в том, как это выглядит. На вкус абсолютно такая нейтральная штуковина, как... Как мягкий, да? Да. Ну вот... Блин, ну вот это... Да, это ужасно. Посмотри на эту лапу. Да, просто... Друзья. Я даже пробую. Это отвратительно. Это yes or no? That's perfect. You have to try this. Yeah. You have to try. The middle one. Уля-ля. Оу! О! It's okay, right? It's okay. It's okay, yeah. It's eatable. You have to try this one. Eatable. I'm not gonna come here, come here. Нет, я не хочу это есть, это отвратно. Посмотри, у нее даже пальчик, у нее ладошка. У нее один, я не буду это есть. Это ужасно. Пожалуйста, no. В общем, рекомендую максимально. Будете на рыночке. Надо, можно такое в России привезти? Да есть. Семья? Чем длиннее очередь у тайванцев, тем вкуснее место. Вот так вот, да? Быстро. А что, где мы сейчас стоим? Что следующее? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это одно из любимых блюд Джины. И она просто как тайванька, которой 30 лет, которая среднестатистическая, в принципе. Вот. Ой-ой-ой. Леонти. Леонти. Все хорошо. Почему? Вот почему. Нет, это просто. Это минус 30 тысяч. Ну ладно. Ну, короче, как обычная среднестатистическая тайванька, она ходит на эти рынки, допустим, каждую неделю по воскресеньям. И у нее есть одно любимое блюдо. Она нам сегодня покажет, расскажет про шарики из одного интересного овоща. Нет. Как ты думаешь? Ну, может, какая-нибудь картошечка? Какая картошечка? Красненькая вот такая. Батат. Да, батат, да? This is my favorite. Your favorite one. My favorite. Have to try. So not a chicken leg? No. This sweet one is potato. Sweet potato. Сладкая картошка. А тут просто уничтожают кукурузу, на чем-то поджаривают. Понедельник, да, и столько людей. Ну, там просто толпища. Что у них вообще, какие ценности? Я знаю, что еда – это ценность номер два. Первое – семья, второе – это пожрать. Это
допустим, у них традиция ходить в новый ресторан и писать: ой, я была в таком ресторане, я попробовала там суп, я попробовала там это, и все. Ребята, всем рекомендую, очень красивая атмосфера, бла-бла-бла. Это их стиль жизни, ходить в разные рестораны. Но, тем не менее, они не то, что... Это просто бесконечная улица. Take a seat, Mano. Where is it? Can we try? Что это такое? Не надо, не надо, не надо это пробовать. На что это? Что это? Medicine ball! No, it's sweet potato. Sweet potato? So, все берем по палочке. Сладкая картошка. А батат я раньше была? Не надо. Ну-ка. Но я вообще даже не ем. Она воздушная внутри. Да? Он. Переписываем. А, неплохо. Да. That's nice. Да, это вкусно. Это вкусно, факт. Мы 20 минут стояли, ждали, ребят. С пудрой, но чуть солененькая. Удивительно, она пустая какая-то. Как пончик, да? Это из картошки или тесто просто? Малина. Ну, я думаю, это все-таки тесто. So good. Просто называется картошка. Ну, хоть что-то вкусное. Не, все вкусное было. Да, это хорошо. Знаете что, не пончик? Пышки. В Питере вот есть пышки. Так, вот хоть что-то похожее на нормальную еду. А вон это просто какой-то рай фруктовый. Какая красота. Вот это супер. Вот это супер. A little bit later. Да, ну кайф, кайф. Начался дождик. Здесь все во фритюре. Куда-то девчонки. Просто бесконечное. Это, конечно, удивительно, да? А это что такое? Can we try one? What is this? Let's buy one. Это что? Это невероятный, самый нежный, фантастическая приправа крабовое мясо. Тайваньский доллар. Джина, who is this guy? Guofu. Guofu. It's very important history man in Taiwan. Очень важный исторический персонаж. Ну, обычно они все важные исторические персонажи. Чем он отличился? Чем он хорош? Вау! Он добился индепенденс Тайваня. Он добился... Он добился независимости. Не кайба он мон те, он мон си вэй. Не кайба он те. Байто. Байто. Байто это пожалуйста? Да. Почему? Се-се. Не хотят резать? Молодец, ты что, шаришь? Пойдешь еще мало. Так, Даниил. Правила брачной ночи. Дэнсяо, давай. О, пошел дождик знатный такой. Навалил. Блин, это выглядит очень сочно. Это крабовое очень мясо? Да. Пахнет прям. Сюда. Пошел дождь. Девчонки пока едят, а тут ребята быстренько натягивают темпы. А вот, кстати, пончики тоже есть. Дань, давай. Сам. Да-да-да, ну-ка. Вкусно? На, сам. Вот, ничего себе. Да, давай. Давай, собирай вот эту большую. Ну, давай.
вот этот взгляд. You don't like Why not? No, it's fine. We don't need fine. We don't need fine. Medicine soup. Да, medicine soup. Давай, 4, 3, 2, 1. Perfect. Oh, perfect. She said, can we try the pie? They said, okay. Kiwi. Элла просто у кого-то ворует. Все, что мы делали, не имеет никакого значения. Потому что мы пришли в эту точку. Тут чем-то очень плохо пахнет. Ребят, это самое знаменитое вонючее тофу. Да ну нафиг. Это вы будете есть, ребят. Это канализация. Это реально пахнет канализацией. А это суп, который нам есть. Это была канализация. Твою мать. А это пахнет как... Я так и знаю, как блевотина пахнет. Ну что? Можно это не нюхать как-то? Какой кошмар. Ань, нас, по-моему, решили просто тут похоронить. Я тебе обещала кайф. Никакого кайфа, я пока не скажу. Со второй, третьей рыбка начала кайф. Yeah. Сразу скажу, сейчас будем есть вонючий тофу. Они даже тут его вонючим называют. Хотя большинство людей, которые тут сама по себе странная, но этого не назвали именно вонючий, не просто так, потому что запах прям чистейшей канализации. А, говорят, что люди теряют сознание. После, зачем они это продают, неизвестно. Но когда ты преисполнен... Это белок чистый. Чистый белок. А как его готовят? А, я вот только что спросил. Говорят, просто берут, берут что-то, оставляют на очень долгое время, гнить, а потом наливают в суп. И такие... Welcome, как говорится, to Taiwan. Welcome to Taiwan. Да, пробовать будет, конечно же, Аня, Элла, а я оператор сегодня. И Джина. И Джина. Да. А, ладно, это действительно... После всего, что мы сегодня съели, пробовать вонючий тофу, большой-большой вопрос. Ну да ладно. Сейчас передам эмоции. Какой кошмар. Так, друзья, вот эта штуковина. Нам принесли супчик. Это... И что, девчонки, это... не собираются его есть? Я не буду. А можно я вот туда буду? Соевая запеканка. Запеканка. Если бы... Изюма, Ань, ну что, мне взять на себя удар? Или ты хочешь попробовать? Ты уже принюхалась, говоришь? Я же волосы. Нам за это заплатят. Ага, короче, Мишлен... Пять раз подряд Мишлен отрекомендовал. Они там просто все ржут. Они заходят, давайте что-нибудь наградим пять лет подряд вот это местечко. По какому принципу они это награждают, неизвестно, потому что сказать, что тут... Давайте покончим. Давайте, да, чем дольше мы ждем, тем... А кто мне ложечки? Опухольцы. Надо хлебать мужик? Да, это, Дарь, можешь сказать? Шоу-тофу, давай. Шоу-тофу. Шоу-тофу тайм. Шоу начинается. Шоу? Шоу-тофу. Шоу. Упала. Ой, господи, что за вундервафля? Давай. Давайте, погнали. А что из этого что?
Делает творожная запеканка. А что это, как капуста? Дань, ты сможешь. Ну как? Отвратительно. Отвратительно. Да понюхай, понюхай. Медицин суп. Да, мы поняли, что это лисебный суп. Ладно. Так, а что это такое? Это тофу. А это что? Вот это что? What is this? Какие-то шмётки животных. Людей. Ладно. And this is duck blood. Duck blood? Это печень, наверное. Да. Утки. Кровь уточки. Почему кровь? Ну это мало, да, но это не серьезно. It's not a big one? Нет. Давай побольше. А ты пробовала? Да, конечно, я пробовала. Я в обморок падала. Да, ладно, я просто попробую так. Нормальную порцию возьми, пожалуйста. Вот так? Это нормальная порция. Ладно, давайте, херливая. Вот, все, бери. Твою ж налево. Он горячий? It's hot. It is very hot, actually. За ваше здоровье, друзья. До чего только не доведет вот эта вот свобода. В бороде застряла. Несите вторую порцию. Yes? Мишлен? Твою налево. Даня, Мишлен? Да, Мишлен 5 звезд, 5 лет подряд. Несите шестую звезду. Это все Ну, мне не очень понравилось. Мягко говоря. Давай, давай, пошла. Next. Ну нахрен, ребят, не пробуйте это, вообще с того не стоит. Надо тоже такой большой. Да, очень большой надо. Она чтобы без соскула в обморок упала. Там не нужен хайп, пока. Ты чё? Аня! Он его сплюнул! Давай. Это прям так мило. Да. Лиза, поедете, мне хватило половинки. Давай, всю за это. Пожалуйста. Ну, давайте попробуем. Ну, что-то не... Maybe I take a bite. То есть, вот давайте, мы как-то не так попробовали. Блин, это как, знаете, что? Ребят, знаете, на что похоже? Ну, и на извращение какое-то в целом. Как будто тапки какие-то. Да, просто жуешь. Ты не кто-то вспотел? Серьезно? Да я нет, я верю в то, что им нравится, безусловно. Когда ты с детства ешь тапки с носками... Ну, бульон. Но бульончик-то, может, и куда еще не шло, но честно... Сейчас пить через 5 минут, но на самом деле... Я поняла, медицинский суп. Давай, нормально, доедай. Медицинский, доедай. Чтобы прочиститься. Давай ты. Я уже половинку съел, что? Мне хватило. Мне хорош, мне хватило, я не могу. Это худшее блюдо, которое я ела. Мишлен, я отзываю все звезды. Даже лапки были. Ну вот скажи, как это, как-то можно оценить? То есть как можно его плохо приготовить? Они такие, офигенный суп, даем звезду. Ребят, давайте по... Все, выключайте. Не, давай серьезно. Кофе-писи, можешь, пожалуйста, поесть кровь утки? Говна. Лучше давай. Бы. Давай, я тебе... Не, не плюй! Не плюй! Дань, не плюй, пожалуйста. Это отстой, просто конкретный. Нет, ну это отстой. Попробуй, целиком. Я верю тебе. Дайте пятюню, это было круто. В общем, друзья, я скажу, не знаю зачем, почему и для чего,
Но если надо познакомиться с культурой в целом, вот максимально глубоко проникнуться в ситуации, прям с аэропорта залетаете сюда, заказываете вонючий тофу, выпиваете его залпом, и, в принципе, понятно. Вообще, и стоите, и ладудзы, диарея вам обеспечена. Неспроста здесь они это говорят открыто, да? Да. С такими блюдами. Ладудзы. Ладудзы. Why? No, you're not going to have. Чуть телефон? Диарея? No, no. I promise you won't have. What? You won't have. You will, I won't. You won't. Will not. Will not. Ой, друзья. Молодцы, молодцы, молодцы. Че, молодцы, кушай, давай. Ребята, там чай, там курение. Мне кажется, знаете что? Вот если по чесноку, тайваньцы приедут, они закажут наш холодец с какой-нибудь там этой тоже ножкой. Да, холодец — это просто произведение богов. По нет, сравнению да, с ну этим. Реально, вот да, реально. Объясняю, нет, смотри, есть вещь, которая объективно воняет канализацией. Это не отнять. Да. Это знаете, как было? Я вареное яйцо ел в Америке, а афроамериканец такой, как-то вообще говно можно есть. Вот примерно с таким же этим. Да, простите, подписчики, но я блевану, я даже не могу смотреть, как она это ест. Это ужасно, это просто ужасно. Прям, смотрите, она enjoy. Джина, you enjoy, right? Они, может, вкусно все после ели никак? Ну, давай правде глаза посмотрим. Для них, для, поскольку это все-таки продается в огромных количествах, бешеных, это какой-то, вот, есть какой-то испорченный момент, связанные с восприятием происходящего. Думаешь, они от этого худые? Ну, они как-то стопудово, потому что если после этого ты просто... Ну, Ань, ну по чесноку что ты не ешь? Ну, это невкусно. И давай правда, это во-первых, так, это вообще не имеет нормального вкуса, это просто какая-то хрень. Это странно выглядит. Да выглядит даже нормально. Если представить, что это какой-нибудь вкусный супчик, то еще выглядит нормально. Запах, но просто. Запах, консистенция. И в целом вот ощущение. Вот есть же там рамен, да, тоже какая-то азиатская. Но он там вкусный, говядина, пахнет сюда. Ну это же... Нет, не убеждай себя, что это может быть вкусно. Да на 10 лет тут уже живет. Ну оно пахнет канализацией. Вот прям канализация. Даня, что это за штука? Типа, накидаем этих ингредиентов, будет классно. Ну это что? Я вот даже на что это похоже? Тофу вообще какая-то. Нет, пусть подписчики пишут. Вот они бы съели это за 0 рублей. Просто есть ли у кого-то желание, если вам не заплатили? Я удивляюсь, когда в Таиланде, знаешь, вот эти жуки вот так вот выкатывают, и надо их поесть. Вот жука да. Сухенького, хрустящего, протеинчика пойдет. Так он не так... Запах. А это запах. Это просто катастрофический запах. Даня, по-моему, знает этот танец. Давай, Джина, ты серьезно, я хочу. Ого, авокадо. О-о-о. Ну, наконец-то, боже мой. Хоть что-то, что... Тут такие контрасты сумасшедшие, то есть, чтобы вы понимали, от состояния просто разложиться до... Мне тут тоже не нравится. Ань, medicine soup. Давай не буду, я тебя прошу. Господи. Свинья нарисована. Это подстава какая-то. Какие фрукты? Нет, это кошмар. Тут параллельно что-то продается. Смотри, какие милые собачки. Да. Ну,
Никто на нас так не любит. Вообще вкусняшка. Это, друзья, медицинский суп. Это медицинский суп. Что это? Это очень хорошо, это очень вкусно. Ночи что-то не пахнет никак, если честно. Нет, это уже хорошо. This is good for girls when you have the period. You know, I think for y'all too. Y'all too? Really? Why? Потому что я могу вернуть. Не очень плохо. Because of the stinky tofu? Yeah, probably stinky tofu. Так, все, у нас одна отключилась. Там еще рядом дуриан. Ань, рядом дуриан. Мы столько намешались. А что там? This is the pork. Pork with what part? Свинюшка. What part? Rib. Pork rib. The rib. Спина? Like a spin, yeah, like a spin. I drink with you. It's not bad actually. Бульончик? А вон дуриан рядом. Not okay. Ну что? Не получилось. Я не пыталась. Ну что, как? Так, да, тут еще рядышком. Что я могу сказать, друзья? Сюда нужно приходить полностью абстрагированным от происходящего и буквально шаг за шажочком это все вкушать. Тут наверняка можно найти потрясающие вещи, но в целом для наших привычек, конечно, еда тут сногсшибательна. Я предлагаю, я бы съел какой-нибудь фрукт, заел арбузика, вот. А я не удивлен. Да. Да. Но швейцар обхаял чабу дома. Да, в общем. Манго, сигуа. Пойдемте, да, найдем какие-нибудь фрукты. Это будет. Тусня тут, конечно, невероятная, друзья. Мне кажется, все, что бегает, прыгает, хоть как-то можно съесть, оно естся. You're absolutely right. Stinky tofu is just my favorite one. My favorite one. So the best memories from Taiwan is the stinky tofu. Yeah. Oh, perfect. Next one. Time you take. Что-то тут просто миксует все подряд. Я бы назвал это улица. Улица просто. И извращений в... Я даже все, я перестал, я не умею разговаривать. Там были фрукты. Пойдем по той стороне. Хороший, на самом деле, подарок. Я Чалгари. Это шоколад. Да, понятно, что это шоколад. Называют, да. Number one, да. Тогда сказал Чакари. Это Чакари. Он еще горит, он в виде свечки есть. Спасибо. Ну, что, друзья, тут абсолютно нечего стесняться. Не надо стесняться. Это просто другая культура. Apple, hey. Друзья, ну вот наконец-то что-то съедобное. Что-то съедобное. Дынька. А это что? Apple?
This is apple? Яблоко? Это тайваньская груша. Груша? Печеное яблоко с грушей. А что за маленькие арбузики? Пава. Пава. Я бы взял просто арбуз, стаканчик арбуз, ананас. Тина. Тина. Саша, у меня watermelon. Тина. Она я ананас. Друзья, ну что, нас шлифанут арбузом и ананасом. И это хоть как-то перебьет ощущение от вот этого тофу вонючего. Try mango? Блин, попробуй. Yeah, попробуй. Манго. Нет. Это манго. Вот это. Mm. Нет. Ну, манго вкусно. Яблоко с грушей. Это очень вкусно. Нет. Все вкусно, поэтому надо. Да, это как яблоко груши, действительно. Да, мне арбузика хватит. Напитки, что-то еще хотите или все? По-моему, отлично. А что тут делают? Гадают фортуна. Что это такое? Fortune teller. Ну, удача. На удачу, да. А что это означает? Каждое место отвечает за какую-то точку. G. Понятно. Фу, после рыночка спасибо большое. Ночной маркет. Да. Это было супер необычно. И, честно сказать, в ближайшее время пока повторять не особо хочется. Давайте какую-то завершалку сделаем, да? Ну вот это очень красиво. Тань, давай какую-то завершалку, я вас сниму. Давай. Тебя сниму. Нам удалось, мне кажется, совместить проникновение в культуру Тайваня с вот этой замечательной поездкой. Что я могу на своем опыте порекомендовать? Конечно же, друзья, ощущать что-то, то, что тебе не нравится, нужно в очень грамотных, ограниченных количествах. Но это интересный опыт. Рекомендовать его я, конечно же, не буду. Но сегодня было так, как было. Это жизнь. И приятно то, что ты можешь посмотреть ее с разных граней. Фух, да, как-то так. Поэтому спасибо, что досмотрели до конца. Завтра что будет? Computex 2024! Отлично. Молодцы.